Главнокомандующий ливийской национальной армии Халифа Хафтар терпит поражение за поражением в результате наступления правительственных сил. Турецкое издание Yeni Akit опубликовало комментарий турецкого эксперта, который утверждает, что Россия намерена заменить неудачливого фельдмаршала на сына растерзанного людской толпой диктатора Каддафи. На фоне интенсивных атак правительства национального согласия в Ливии приближается конец западной марионетки путчиста Хафтара Хафтар. В последнее время звучали предположения о том, что вместо Хафтара близкая к Кремлю российская военная компания группа Вагнера будет продвигать кандидатуру сына Каддафи Саифа аль-Ислама Каддафи. Эксперт по вопросам терроризма и безопасности Джош Кунбашбук также высказался в пользу этих предположений. Эксперт Джош Кунбашбук в комментарии о последних событиях в Ливии назвал имя человека, который заменит Хафтара. На своей странице в социальных сетях Джош Кунбашбук написал: «Остались считанные дни до истечения срока годности Хафтара-убийцы. Все разуверившиеся в этой креатуре терророфилы, прежде всего Россия, давно находятся в контакте с человеком, о котором мы скоро будем много говорить. Это сын Каддафи Саиф аль-Ислам Каддафи. С военным не получилось, попробуем с политиком. Планы группы Вагнера». В последнее время утверждалось, что близкая к Кремлю российская военная компания группа Вагнера контактирует с сыном Каддафи Саифом аль-Исламом Каддафи в целях обеспечения его прихода к власти в стране и консультирует Хафтара по политическим вопросам. Группа Вагнера вновь оказалась в центре внимания международного сообщества после того, как приняла участие в столкновениях в Ливии на стороне лидера незаконных вооруженных формирований Халифы Хафтара. Комментарии читателей. Комментарий первый. Русские всюду нам противостоят. Наш заклятый враг. Комментарий второй. Имя того, кто действует против легитимного правительства, не имеет значения. Надо продолжать до тех пор, пока с ним не будет покончено. Комментарий третий. Каков конец диктатора? Та же участь постигнет и сына диктатора.